Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в первый Resident Evil, PlayStation 1 версию, Director's Cut, DualShock, с фанатской русской озвучкой, измененная игра за Криса, на челлендж пешком. Я вернулся в особняк в прошлой серии, так, убираем ленту, возьмем еще дробь, намешаем тут себе. Так, ну и сейчас будем... Подниматься мы, надо нам спасти Ребекку. Так, возьмем ключ. Ну не знаю, хилки не беру никакие, на свой страх и риск, так сказать. Хотя там охотников много. Ну вот этих можно сейчас с пистолета будет. Одного хотят точно расстрелять. Вот тут он стоит удобно. Ну, куда ты сбежал-то? Все, 6 выстрелов достаточно. Так, ну а этого тогда я сейчас попробую с магнума. Может и не ваншотну, но хотя бы нанесу какой-то урон. Ах ты, падла! Задел меня. Ну все, нормально, успокоили. Так, ну вот с таким состоянием, конечно, идти сейчас на амбразуру, это смертельно опасно. Тут у нас 3 охотника гуляет. Ну, 1 выстрел, блин, вот это вот. Одного я успокоил. Ладно, потом вернемся сюда. Так, возьмем дробовик. Попробуем успокоить этого. Да, это будет непросто, потому что он мне... С таким хп может запросто уже снести башку. 2, 3. Так, ну что, пистолет взять? Ага, готово. Так, ну вот, Ребекка нам ничего не сказала. Мы ее спасли. И тем самым она у нас выживает. А если бы я сюда пришел позже, ей бы башку оторвал этот охотник, и все. Была плохая концовка. Ну, без Ребекки я имею в виду. Так, ну а теперь выходим обратно. И да, наверное, я этим же маршрутом пойду. Пойду открою дверь к змее. Эх, блин, у меня места нету. Ну ладно. Надо использовать ключ хотя бы. И я знаю, где взять еще барабан на магнум. Так, открываем эту дверь. Есть. Ну а теперь спускаемся на первый этаж. Пистолет, в принципе, наверное, можно убрать даже. Я точно не знаю. Или оставить его наоборот. Дробь поэкономить. Трудно сказать. Давай, да, я уберу дробовик. Подлечимся. Так, пойдем откроем вторую дверь. Вот это вот.
Включим здесь свет. Так, ну вот у нас как раз лежит этот барабан на магнум. Заряжаем магнум и берем здесь также мод диск. Я буду также играть на хорошую концовку. Джилл тоже будем спасать. Так, ну а теперь пойду я, наверное, мой диск уберу, еще раз сохранюсь и пойдем дальше пробираться. Ключ тоже можно пока, в принципе, убрать в ящик. Берем ленту. Так, берем дробаш. Нет, дробаш все-таки я, наверное, возьму. И траву одну хотя бы, чтобы была. Так, сохраняемся. Можно, в принципе, сейчас к змее пойти. А можно это сделать потом. Даже не знаю. Да нет, наверное, сразу схожу. Не буду оставлять на потом. А, не... Нет. Змею оставлю на потом, наоборот. Я лучше возьму на магнум патроны. Там три барабана можно взять. Так, ну давай вот эту смесь возьму с собой на всякий случай. Так, погнали. В принципе, по первому этажу можно даже не идти. Там я все взял. А мимо пауков проходить лишний раз не хочется. Хотя будет момент, где мне придется как-то мимо них проходить. Все-таки. Да, здесь у нас еще в этом коридоре два охотника. Надо их добить. Так, ну ждем. Давай, иди сюда. Так, магнум. И добиваем, наверное, с беретты. Вот так вот. Так, ну и с этим также поступим. С третьим. Давай, поворачивай за угол. Где-то там. Раз. Добиваем с береты. Есть. Так, этих зачистили. Хорошо. Идем дальше. Так, ну здесь мне никуда не надо сворачивать. Добираемся до холла. Так, второй этаж столовой? Ну, я думаю, нет. Я думаю, это место я оставлю, как и заджил. Пойдем по первому этажу все-таки. Так, спускаемся вниз. Так, здесь сейчас надо мимо пауков пройти. Тут у нас три охотника будет. Ну давай, покажись. Так, раз. А вот это вот плохо, зажали. Так, кого-то вынес, кого-то нет. Так, это уже был готов мне башку снести, но я его успел, остановил. Сейчас еще один вылезет.
Так, вот этому ваншот прошел. Удачно. Так, ну и остается еще двое. Не знаю, подлечиться, не подлечиться. Стремно так иди, конечно. Ну, пойдем, ладно. Рискнем. Да, тут два или три охотника. Ага, вот стоит. Раз. Так, из пистолета. Так, и один, наверное, под лестницей там обитает. Сейчас посмотрим. Здесь я не вижу его. А, нет, не под лестницей. Он даже здесь у нас. Или здесь их трое все-таки? Нет, двое. Двое. Просто вот такое у них место расположения. Так, ну вроде все. Вроде наверху меня даже охотники не тронут, потому что они будут далеко находиться. Дошли до медпункта. Ну, можно пока магнум, наверное, убрать. Взять ключ. Смесь тоже убрать. Дробаш. Дробаш оставить, наверное. Пистолет убрать. Да, нам надо сейчас взять пойти красный камень. Наверху. Открываем вот эту дверь черную, избавляемся от ключа и заходим. Так, я вот не помню, читал ли я вот эту записку, заджил тогда, приказы. Совершенно секретно, где Никс приближается. Да, наверное, читал. Ладно. Так, берем здесь барабан на магнум. 6 патронов и берем 7 дроби. Так, двигаем стремянку. Выключаем свет. Ну и берем красный камушек. И пойдем еще возьмем 18 патронов на магнум. Ну а потом вернемся и пойдем к змее. Так, ну, вроде охотников всех я тут расчистил по пути. Заходим в комнату с тигром. Вставляем глаз. И берем 3 барабана еще. Да, вот пауки вот эти, которые в том коридоре, где первый зомбак был, вот мне вот интересно будет, как я их буду проходить потом пешком. Прям совсем интересно. Так, ну что ж, патроны мы взяли. Ну а теперь возвращаемся через второй этаж в чулан. Сделаем сохранку. Пойдем убьем змею. Потом, наверное, я еще раз вернусь, сделаю сохранку. И только потом мы пойдем в подвал к охотникам. Так, пауки, прощайте. Ну что ж.
Выходим в холл. И поднимаемся на второй этаж. Восточное крыло. Так, ну здесь я всех зачистил, поэтому можно идти спокойно. Не переживая. Там у нас еще одна трава осталась зеленая. Где змея? Можно было бы ее... А, ну в принципе, мне как раз подлечиться надо будет. Так что вовремя все. Так, надо взять, пойти смесь какую-то. На змею обязательно. Я ее буду с дробаша гасить. Естественно. Так, но магнум нам потом понадобится в подвале. Так, берем. Пистолет, кстати, тоже, возможно, понадобится. Ну, возьму две смеси, я думаю, за глаза хватит. Хотя... Не, магнум уберу пока. Потом я же вернусь, еще сохранюсь. Поэтому пока убираем. Ну, на всякий случай подстрахую себя вот так вот. Берем ленту. Сохраняемся. И шагаем к змейке. Ну сколько уйдет патронов? Не знаю, 7, 8, может быть 9. На меня по-любому успеет задеть. Поднимаемся наверх. И берем здесь траву. Так, ну давай, подлечимся немного. Так, ну а теперь идем к змее. Мне кажется, я обойдусь одной смесью. Я уж так взял две, на всякий случай. Самое страшное будет это потом в подвале. Три охотника. Ну что ж, открываем огонь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ай-яй-яй, на перезарядке поймала. Дрянь. Восемь. Девять. Девять выстрелов ушло. Надо же. Живучая какая тварь. Так, ну что ж, я ранен. Это хреново, кстати. У меня, по-моему, двойной-то смеси нету. Ну, значит, придется глотать целиковую. Так, вернусь я за магнумом. Спускаемся вниз.
Ну, сделаем еще сохранку себе. Берем ленту, берем магнум. Так, ну да, нет у меня, к сожалению, двойной смеси, поэтому использую эту. Так, ну я не знаю, пистолет взять не взять. Или дробаш убрать, взять пистолет и... Ну, да, наверное, так будет лучше. Правильно. Смесь я, наверное, уберу. Хотя, там будут, в принципе, травы. Не, уберу. Мне место нужно будет. Сохраняемся. Ну что ж, это был 11-й сейв. Убираем ленту. И вооружаемся магнумом. Да, сейчас будет подвал. Очень такое непростое местечко. Да, конечно, наверное, надо было взять мне траву хотя бы. Очень рискованно так идти. Ну ладно, если погибну, то переиграю. Магнум не всегда ваншотит. Ладно, попробуем что-нибудь сделать. Они там прыгучие, насколько я помню. Самое страшное, если зажму. Так, ну что, прыгаем в эту дырку. Темно и ничего не видно, но у нас нет другого выхода. Никто Крису не дал пароль от той двери, поэтому ему ничего не остается, кроме как вот лезть в этот подвал. Спускаемся вниз по лесенке. Так, ну и открываем огонь, по-моему, сразу. Так. Одного минусанули. Где второй? Так, второго тоже что ли минусанули? Да, похоже ваншотный. Ждем третьего. Ты где? Ага, ты тут. А я тут. Отлично прошли подвал. Вообще четко. Так, возьмем тут сейчас 7 дроби. Будем проходить дальше. Не знаю, хватит ли мне места, возможно, не хватит и придется возвращаться. Вот не хотелось бы возвращаться, конечно. А у меня сейчас уже не вернуться назад, да, я же спрыгну. Веревки никакой нет. Без вариантов вообще. Так, тут сейчас два зомба. Я не знаю, ну их наверное, надо убить. Так, здесь две травы вот есть. Я не знаю, как поступить даже. Не, ну надо взять. В крайнем случае я там подстрахуюсь как-нибудь. Так, ну давайте, вставайте. Подъем с глубины. Отлично, два крита.
Так, ну одну траву мне не взять, к сожалению. Или погоди-ка. А, ну да, нет необходимости. Здоровье полное. Ну, в крайнем случае, вернусь тогда. Идем на кухню. А, тут сейчас же еще этот особый зомбарь. Вот как мне с ним поступить? Не, ну он быстрый, его надо быстро шлепнуть. Раз. Два. Интересно, сколько с пистолета его добивать? Все, готов? Нет. А вот теперь готов. Ну и да, там еще один лежит. Ключ еще, кстати. Так, ну ладно, хватай меня за ногу. Хрен с тобой. Вернусь, я тогда схожу за той травой. Воды нет. Газовая плита, газ отсутствует. Так, возьмем вот этот маленький ключ. Мы еще на магнум патроны соберем. И вроде две дроби было, две пачки дробовых патронов. Тоже. Да, очень имбовая музыка, конечно, в этом подвале. Так, ну что, возвращаем в руки магнум. Я вот не помню, сколько там охотников будет. Два или три. Вроде за Джилл два было. Хотя за Крис может и все три. На втором этаже, я имею в виду. Так, ну что ж, пошли подниматься. Мне два места оставить надо. В любом случае. У меня... Ну как раз вроде будет два места. Правда, траву я всю не насобираю. Придется оставить. Ну да ладно. Так, выходим. И сразу начинаем шмалять. Так, ты еще живой, да? Так, один готов. Где второй? Ох ты, блин. Ты смотри-ка, что он сделал. Падение меня. Хорошо, что у меня здоровье нормально. Так, он живой? Нет, дохлый. Все, сдох. Так, здесь трава растет. Ее брать мы не будем, конечно. Так, а третьего нету, да, здесь? Двое было. Ну да. Так, зайдем вот сюда. По-моему, здесь у нас дробь. Да, две пачки дроби. Но ее я не могу пропустить. 21. Так, ну а теперь идем в библиотеку. Там у нас зомбы еще. О, блин, а кстати, у меня патронов-то не так уж и много. 13. Дробовик-то я не брал с собой. В чем проблема? Ну да ладно. Давай как-нибудь так. Так, скрываем ящик стола. Берем здесь еще один барабан на магну. Того получается у нас 17. Так, выходи. Ага, выходишь, да? Еще живой, что ли? Ни хрена ты живучий. Так, ну все, сдох. 6 патронов у меня остается. Хотя вот в этой комнате есть магазин на пистолет. Лента мне нахрен не нужна. Вот патроны возьму. Да, и возьмем также здесь важный предмет. Это батарея. Главное не подходить к окнам, иначе вылетят вороны и заклюют.
Так, ну что ж, два зомба еще тут у нас обитает. Ага, это близко прямо. Ну давай, вставай. Все, сдох, да, готов. Так, а второй там стоит. Охраняет проход. Все, готов. Так, ну и вот как раз место остается на книгу. Важную. Ну, а травы мы тогда не соберем. Ну хрен с ним. Хотя, блин, пауков надо как-то пройти будет. Момент тоже, конечно, очень волнительный будет. Не, я бы мог, конечно, убить их, но это трата патронов очень сильная. Надо как-то будет пропетлять все. Ну вот здесь вот мы подбираем как раз книгу. Сразу вынем из нее медаль. Медаль орла. Так, ну и будем возвращаться в подвал. Да, пропетлять мимо пауков – это задача интересная. Ну, здоровье вроде у меня полное сейчас. Пауки все что угодно могут делать, и отравить. И дамаг, по-моему, они снимают серьезно там. Ладно. Попробуем. Там идти долго по коридору, потому пешком. Там еще второй приползет. Похоже, лифт на этом этаже не останавливается. Ну да, это не знаю. Не хотела делать квиксейв, но сделаю. Вот как мне тут сейчас пропетлять? Давай, давай, Крис. Отравил, падла. Иди нахрен. Так, ну все, прошли. Так, посмотрим. Нормальная полоска полная. Отравление не получил. Так, ну а теперь дойдем до чулана. Возьмем рукоятку. И будем покидать мой особняк. Ленты у меня нету. Поднимаемся на второй этаж. Так, ну вот уже почти дошли до чулана. Спускаемся вниз. А, еще один охотник сейчас будет. Я лучше сохранюсь, перестрахую себя. Так, пистолета у меня почти нету, зато много дроби.
Ну да, наверное, пистолет лучше скинуть. Так, магнум мы оставляем, медаль можно убрать. Берем рукоятку. И сохраняем прогресс. Двенадцатый сейф. Так, ну Венду надо с собой взять. Ну, в крайнем случае я в дом охраны вернусь. Потом. А, вот у меня еще дробь есть. А, дробит у меня нормально так. Скопился. Что-то переживал, что у меня ее мало. Так, ну и теперь возвращаемся в отбор. Там нас сейчас будет ждать еще один охотник. Будет прыгать сейчас 100%. Так, на тебя раз. Ах ты, падла. Успел заново тяпнуть. Ну ладно, в принципе, нормальное состояние. Немного отнял. Двигаемся дальше. Так, сейчас надо мимо змеек будет как-то пройти, не получив отравления. Ну, попробуем. Вроде туда я проходил спокойно тогда. Вот. Обратно они меня покусали несколько раз. А, ну, по рации мы не свяжемся с Брэдом, так как я изначально не спас, не принес сыворотку Ричарду. Мы пропустили эти сцены. Так, сейчас покрутим рукояткой. А, нет, стоп. Рано. Мне же надо перебраться на ту сторону. Запустить второй лифт. Так, ну отлично, удалось пройти мимо змеек. Хотя вроде подземелье еще будет. Скорее всего, за Криса ты точно. Так, ну что, вставляем сюда батарею. Запускаем лифт. Ну, а теперь пойдем покрутим рукоятку, вернем как было. Можно будет вернуться в дом охраны. Сохранится и закончит тогда серию. А, кстати, в подземелье меня же огнемет надо еще будет брать обязательно. Да-да-да. Но это уже будет в следующей серии. Сейчас мы покрутим. Так, все, рукоятка больше это нам не нужна. Ну, пистолета у меня мало. Его, наверное, брать не буду уже.
В лаборатории еще химеры будут, ну и тиран еще. Все же, надо с ним считаться. Вроде намного лучше получилось, чем я себе представлял. Вот. Сейчас подумаем, как поступить. Магнум нужен, по-любому. Магнум без магнума никак. И паука, наверное, с магнума лучше кончать. Да он и так там жирный. Так, ну что ж, рукоятку скидываем, берем ленту. 3 штуки у меня осталось. Я думаю, у меня их больше. Так, а по хилкам что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 полных, да? Ну, неплохо, неплохо. Ну, наверное, вот здесь вот я сохранюсь тогда. Чтобы ленту с собой не таскать. Закончу серию. На этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.